Во Владимирской области завершилась баха «Князь Владимир». Второй этап Кубка России по ралли-рейдам в зачетах «Рейд Спорт» и «Национальный». И третий этап в зачете «Н2», где принимают участие багги. Одновременно соревнования носили статус чемпионата Центрального федерального округа в дисциплинах «Абсолютный», «Т2» и «Т3», а также этапа открытого чемпионата Ульяновской области по ралли-рейдам «Холмы России». В Ковров приехало 34 экипажа. В первый день состязаний гонщики проехали короткий 200-километровый пролог, а в воскресенье — 4 полноценных спецучастка общей протяженностью почти 200 километров. Сложная трасса доставила немало проблем спортсменам не только своей узостью для обгона, но и большим количеством пыли. Возможно, поэтому многие экипажи столкнулись с техническими проблемами. В итоге до финиша гонки добрались только 29 экипажей, опять оформили сход. Многие дуэты искали дорогу, а двое даже врезались лоб в лоб. К счастью, обошлось без жертв. В абсолютном зачете победителями стали Игорь Чагин и Иван Безденежных. На втором месте гонку закончили петербуржцы Павел Сильнов и Евгений Загороднюк. А на третьем – Рустем Ахметшин и Егор Охотников. Следующий этап Кубка России под названием «Баха. Легенды озера» пройдет в Ивановской области в начале августа. В Венгрии прошел очередной этап Формулы-3, где нам интереснее всего болеть за Александра Смоллера, пилота программы SMP Racing. В трех гонках россиянин последовательно финишировал 6-м, 4-м, а затем снова 6-м. Это значит, что Смоллер набрал очки по итогам всех стартов, что позволило ему подняться на 5-ю строчку личного зачета. Следующий этап Формулы-3 состоится через месяц, в конце августа, на культовой бельгийской трассе Спа-Франкошам. Еще один важный старт минувшего уикенда — 4-й этап женской серии Double W. Что также принимала венгерская трасса Хунгара-Ринг. Там 18-летняя гонщица программы SMP Racing Ирина Сидоркова финишировала 4-й. Ирина начала гонку 5-й, но на старте сразу обошла пилотессу Байцке Фисер. Та, в свою очередь, прессинговала россиянку на протяжении всей гонки, но Сидоркова смогла удержать захваченную позицию. По итогам 4 прошедших этапов серии Double W Ирина набрала 34 очка и занимает 7 место, а лидирует в чемпионате 23-летняя англичанка Джейми Чедвик.